Всем-всем-всем привет с прекрасного города Измаила. Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня мы у парников, так называемых, укрытия. И смотрите, закончили убирать урожай капусты. И у нас уже сбор урожая цветной капусты начался. Уже чуть-чуть фиолетовая, хотя накрыто сверху. Надо убирать, потому что я же посадила еще и помидоры между рядами. О, у нас сильный дождь был, заливал. Вот такая вот красивая капусточка. Мы рассказывали, как мы сеем. У нас есть видео. Барселона, название такое интересное. Вот. Зайти в огород только в сапогах можно, так не зайдешь. Ну вот сегодня мы зашли сюда. Я хочу вам показать еще. Всегда показывала только одно укрытие, один парник. А теперь сейчас покажу, что в другом у нас в парнике. Что там растет. Ну вот. Видите, уже фиолетовый чуть-чуть становится, потому что сильно жарко было. Солнце было сильное. И вот эта капусточка. Дальше следующие растут. Ну, а сейчас я вам покажу второй парник. А вот второй парник, который рядом мы установили. Здесь также это же цветная капуста. Вот она уже тоже красивая такая. Пойдет следом за той. Хорошая. Хорошие, красивые соцветия. Великолепно. Дальше формируются тоже новые соцветия. Здесь целый ряд капусточки. Но здесь еще и посажена морковь, которая не цветет, потому что ее посеяли в апреле. И здесь же есть и свекла уже очень красивая. Вот на борщ уже собираем молодую свеколочку. Ну а там, где капуста, между рядях у меня оставались 4 рассадных перца. Я их тоже сюда же. Уйдут капусты, а затем будут расти еще и перец. Ничего, наверное, просто так не должно расти. А еще здесь у нас, чтобы было тепло, арбузы с краю посадила. Одно уйдет, другое останется. Здесь даже вон цветочки уже есть первые. Вот здесь именно тепло. И я так себе думаю, что в ближайшие годы с такими температурами нам без таких укрытий просто-напросто нельзя будет обойтись. Только вот с помощью укрытий, в которых, видите, и салат великолепный. Здесь я и лукрепку из семян выращиваю, чтобы в следующем году посадить. И здесь же еще и потом помидорки будут, надо их уже тоже будет подвязать. И особую формировку сделать так, чтобы они не поднимали и не открывать вот это укрытие. Открывать только для того, чтобы собрать урожай, обработать землю. Вот и здесь то же самое. Вот они друг на дружке, друг против дружки, парочка укрытий. Вот здесь вот такой урожай. Замечательный урожай. И это наше будущее, потому что без укрытий просто будет нереально дальше выращивать урожаи и капусты, и морковь, и свекла, и так далее. Ну вот так, на такой позитивной ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч, новых видео. А его подготовили это видео Раиса Гриченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго.